Ну а тем временем первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов встретился с представителями Европейской международной федерации «Объединенный мир борьбы». По его словам, Дагестан – это край с богатой культурой, спортивной историей, и проведение чемпионата Европы на Северном Кавказе для России является выдающимся событием. Георгий Брюсов поблагодарил «Объединенный мир борьбы» за оказанное доверие и поддержку. Оргкомитет на высшем уровне провел подготовку для борцов, создали своего рода деревню, где они могут не только комфортно расположиться, но также тренироваться и готовиться к соревнованиям. Особую важность этого чемпионата Европы для российской борьбы подчеркнуло вчерашнее обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к участникам чемпионата Европы. И в нем особо была подчеркнута благодарность Международной Федерации Объединенному миру борьбы за принятое решение доверить Республике Дагестан Федерации борьбы России проведение этого чемпионата Европы. Мы высоко оцениваем эти слова, которые президент Российской Федерации господин Путин сказал по отношению этого чемпионата. Фактически он подкрепил правильности наше решение, и мы считаем себе право считать, что мы сделали все как следует, как повеляют правила спортивной жизни. Не политический, а спортивный.